День семьи, любви и верности. Этот праздник в России существует совсем недавно, но уже прижился и даже обретает свои традиции. В Саратове в этот день на первый план выходят семьи, в которых и взрослые, и дети вместе трудятся, отдыхают, занимаются спортом. Все это они продемонстрировали на празднике, где побывала и наша съемочная группа. Вся семья в сборе – явление по современным меркам редкое. А если она еще и выступает на сцене, это запомнится не только участникам конкурса, но и всему Ленинскому району. В сквере Победы День семьи, любви и верности отмечают семейной спартакиадой. Организаторы – газета «Наш город Саратов» и местная администрация. В спартакиаде участвуют 9 семей. Это тот случай, когда родители становятся немного детьми, а дети проявляют свои взрослые качества. Самое главное, что мы хотим здесь увидеть – это сплоченность наших семей и увидеть, что наши семьи могут всем доказать, что они самые классные, они самые продвинутые, самые модные, самые позитивные. Это очень важно и нужно, отмечать правильно этот день. И все семьи должны именно вместе быть. Семья является той основой, ячейкой нашего всего общества. Это вот как я их сравниваю, как соты, которые мед собираются. В конкурсе 3 испытания. Вот ведущий выясняет, насколько близки отношения в семье. Родители должны угадать, как ответило их чадо на вопрос. Любимый герой сказки, главная мечта, самое яркое воспоминание. Творческий конкурс покажет, кто чем увлечен на досуге. Здесь и спорт, и танцы, и стихи собственного сочинения. Семья Мазилиных с 2 детьми решила показать что-то вроде визитки. Папа на глазах у зрителей сколачивает скворечник, а мама составляет икебану из живых цветов. Она дизайнер, озеленитель по профессии. Старшая дочь Маша показывает класс с холодным оружием. Девочка серьезно занимается ушу. Мазилины говорят, что сильны традициями, ходят в походы, на Пасху пекут куличи, на крещение плавают в проруби. У них каждый в пределе. Одна в садик недавно пошла, другая в школу. В общем, все как-то распределены сразу с утра. Что-то пытаюсь свое сделать. Просто уже идет график свой определенный. Да. Мама готовит ужин. Папа. То есть уже как в армии. То есть, допустим, есть определенное время, допустим, там гуляние, там в садик пошли, в садик привезли. Сначала, в школу, конечно, пошли, когда в школу родила. Было страшно. Потом раз-раз все вошло в ритм, все нормально. Все решает спортивный конкурс, где приходится много бегать, прыгать, сохранять равновесие. К этому времени болельщиков у семейной спартакиады уже столько, что весь Ленинский район кажется добрыми соседями. Победителям и участникам соревнований дарят атрибутику для летнего отдыха и сертификаты от магазинов-спонсоров. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.